Рязанцы пожаловались на плохое состояние асфальта, который положили на улице Сенной. Ответственные граждане оставили комментарии в сети интернет. Они посчитали, что дорожное покрытие уже разваливается. Однако подрядчик дирекции благоустройства города разъяснил ситуацию. Могу заявить следующее. То есть данный участок асфальт уложен достаточно хорошо. То есть, а те места, которые отмечены, это технологические люки. В этих местах, где как бы сейчас вот эти ямочки, будут установлены люки смотровых колодцев. Вот они будут вровень с асфальтом, и водителям будет очень удобно по ним ездить. После поднятия люков смотровых колодцев подрядчик дирекции благоустройства города должен нанести финишный слой и убрать территорию. Кстати, вероятно, именно асфальт, который был принесен на колесах автомобилей, вызвал бурное обсуждение в сети. На данный момент он уже убран, и на данный момент улица открыта, открыт по ней проезд. Она намного лучше, чем была до начала производства работ по замене трубопроводов. Вот, вы сами можете в этом убедиться. На том участке дороги, где проводился капитальный ремонт магистральных тепловых сетей, теперь новый асфальт. Он соответствует той же марке, которая была до этого уложена на улице Сенной. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».